Приходилось ли вам видеть, как животные помогают друг другу и даже спасают людей? Зачастую они защищают своих родных и животных, которые слабее их. И это очень трогательное зрелище. А как именно это происходит, вы сейчас сами и увидите. Микс-шоу представляет. 10 невероятных случаев, когда животные спасают друг друга. Крыса спасает своего детеныша. Самоотверженность и материнская любовь всегда вызывают восхищение. Змея схватила детеныша крысы. Смело бросившись в бой и рискуя своей жизнью, крыса спасает своего малыша. Убедившись, что змея уползла, крыса возвращается к своему детенышу и уносит его. Слон спасает буйвола. Дикий животный мир суров и опасен. Голодная львица решила напасть на раненого буйвола. Он старается нанести удары, но слабость берет свое. Львица намерена идти до победного. Она ранит задние ноги буйвола, чтобы тот не ушел от нее. Львица пытается повалить буйвола, чтобы добраться до его шеи и брюха. Но ей пока что это не под силу. Буйвол хоть и раненый, но не сдается. Кажется, финал уже скоро. Но вдруг появляется слон. Он прогоняет льва. Можно было подумать, что слон уйдет, но он начинает обсыпать буйвола, чтобы тот поднялся. Кошка спасает котенка. Котенок упал в яму и никак не может самостоятельно выбраться из нее. Видно, как мама-кошка очень хочет помочь ему, но не находит способ. Внезапно котенок скатывается на дно обрыва. Тогда кошка прыгает за ним и вытаскивает его из ямы. Медведь спасает ворону. Ворона каким-то образом угодила в водоем внутри вольера хищника и отчаянно пытается выбраться. Медведь равнодушным не остался и бросился вороне на помощь. Сначала попытался поддеть ее лапой, но не получилось. Потом решительно сомкнул зубы и вытащил утопающую на сушу. Изначально можно было подумать, что медведь, пользуясь ситуацией, решил расправиться с птицей. Однако, когда та оказалась на земле, он потерял к ней всяческий интерес и продолжил есть свою еду. Корова защищает теленка. Еще один случай, когда животное защищает своего детеныша. Корова бросается на человека, который забирает ее теленка. Она разозлилась не на шутку и продолжала его преследовать. Собака спасает рыбу. У этой собаки доброе сердце. Она отчаянно пытается спасти рыбу, оказавшуюся на суше. Собака обливает ее водой, чтобы та не задохнулась. Эта ситуация доказывает то, что животные понимают куда больше, чем мы можем себе представить. Бегемот спасает детеныша зебры. Животные совершали миграцию и переходили через речку. Детеныш зебры отбился от стада, и его уносило течение. Он мог утонуть. Но вдруг из воды появляется бегемот. Он хоть и травоядный, но может стать и беспощадным убийцей. Но бегемот начал толкать маленькую зебру к противоположному берегу реки. Тем самым помогал ей выбраться из воды. Детеныш переправился на остров, и бегемот был с ним, пока малыш не присоединился к своему стаду. Слоны спасают слоненка. Семья слонов пришла на водопой. Неожиданно один малыш падает в воду. У него никак не получается выбраться на сушу, так как берег слишком крутой и скользкий. Слоны пытаются его вытащить.
Вдруг к водопою подошла еще одна семья слонов, которые также хотели помочь в спасении слоненка. Один слон опускается в воду, чтобы ухватить его там. Затем мама малыша также опускается в воду и старается направить его вдоль берега туда, где меньше грязи. Слоненок выбирается, а слоны делают для него канву, чтобы тот смог пройти по более сухому участку. Кошка освобождает собаку. Мы сейчас наблюдаем удивительную дружбу между кошкой и собакой. Собаку закрыли в клетке, а кошка всячески пытается его освободить. После долгих попыток кошка находит способ открыть клетку. Поросенок спасает козленка. В зоопарке козленок каким-то образом угодил в воду. У него никак не получалось плыть к берегу, и он начал звать на помощь. В воду смело бросился отважный поросенок и помог козленку выбраться на берег. Вот такие трогательные истории происходят в животном мире. Известны ли вам еще случаи, когда животные спасали друг друга? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.